ситуация очень сложная. Понятно, что дворы забиты машинами, понятно, что не всегда техника могла пройти ночью, но даже утром, буквально полдевятого утра, я тоже проезжал по дворам, не видел какой-то серьезной активности именно в плане техники. Но я хочу попросить сейчас сориентировать, как мы вчера договорились, управляющей компании, чтобы в дневное время, когда машин в дворах поменьше, работа по очистке